И всем привет, вы на канале Black Rabbit, и сегодня у нас Assassin's Creed Одиссея. Мы, кажется, должны были закрыть остров, ну, зачистить, закрыть остров Кефалиния, как-то на Кел называется, не помню. Килас? Не, Кефалиния, да. Вот, и мы уже приоделись, и что сейчас будет? Я давно в нее не играл, вот, много раз начинал, но... Чтоб там, для половины, ну, может быть, половину-то я и прошел. Так, что это у нас? Так. А что у нас? Заданька. Око за око. А, ну это все, да? Это вот. А, это что тогда? А, это доска объявления эти. Я понял. Нам это не надо. Кока за кока. Чё я лошадь не взял? Ну ладно, уже почти, по сути, прибежали. Давай. Ну, конечно, вот так вот в гору бежать, это, конечно, полное кощунство, на самом деле. Потому что помню, мы как с женой ходили в горы. Восхождение на гору Бештау, можете погуглить. Там постоянно вот, блядь, уклон просто практически в 45 градусов и, блядь, несколько километров. Охуеть просто. Так, а это что за... Ну как там, Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Я в долгу перед ним. Много лет. А, взял у него деньги? Не совсем. Мало кто решится приютить беглого воришку. Совсем ребенка. А, я ребенок, и у меня все не так уж плохо. Что ты хотела, Феба? Знаешь Каусус? Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь. Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Говорят, им могут помочь только боги. Повторяю, я не бог. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь помочь. Ах, ладно, разберусь с этим. Отлично, у нас еще новое задание появилось. А, вот и ты, и как раз вовремя. Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой. Так, что ну, еще? Твой план. Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять. Так что мы команда. Хуй. Ну, конечно. Чистой воды хуй. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет. Обсидиановым глазом? Ближе к делу, Маркос. Ладно. Мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил! Действуй скрытно!
Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Ладно, но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Так. Это ты что, по мою душу, что ли? А, мне не надо. Ну что, серьезно, прям за мной, что ли? А это что? А, это по поводу лихорадки. Все понято. А, кстати, может, можем это транспорт вызвать, блядь. Давай, погнали. Давай. Нужно действовать. А, глаз. Я тебя вижу. А, это тут, где я всех убил уже. А, круто. Как нам повезло. Как нам повезло. Тут-то никого нужно нет. Укрыться. Я могу затаиться в кустах. Малака. Глаз так тщательно охраняют. Да где охраняют? Лучше не лезть на рожон. Его мы уже, мы все, кто охранял, уже кончили. Так, а может быть этот? Блин. У меня идейка появилась. Я сейчас расскажу, какая. Сейчас мы выйдем из зоны, из этой красной. О, Зевс, циклоп настроен серьезно. Оп, оп, оп. А где? Вот, мы сейчас вот эту сделаем еще. А там что? Эти? Надо освободить их. Перетекаем. А то нас сейчас зажуют, блин. Да я ж убегаю. Че вам надо? Я вас освободил. Решили закусить мной, короче. Богам нет дела. Мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Он нас не отпустит. Что происходит? Каусас поразила чума. Умершим не было счета. Болезнь брала верх. И нам пришлось вмешаться. Наши родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас.
Больные должны умереть, или нас всех ждет гибель. Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли. Нам пришлось действовать. Выжечь болезнь, поразившую Каусас. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Молитвы, жертвы. Лекари нас боятся. Солдаты не отпускают. Боги не слышат наших молитв. Но я даже не слышал о чуме. Им уже не помочь. Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Сжалься. Мы почти не больны. Поправимся. Этого не будет. Только так мы сможем защитить всю Кефалинию от верной погибели. Прошу. У нас дети. Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мистий. Ну, блядь. Ну, вообще, по идее, надо их оставить, блядь. Я каждый раз, когда начинал эту игру, приходил до этого квеста, такой, блядь, это не мое дело, типа, кончайте их. Ну, это логично, если они... Она же сказала, что мы почти не больны. Ну, значит, не болеют чумой, а лекарства нет. Ну, естественно, их надо удавить. Но я почему-то все время выбираю этот вариант. Что? Ты не бог. Что ты? Ты их всех спас. Этот жрец из царства мертвых, посланник богов. Ах, боги послали тебя. Нам пора. Нам нужна помощь лекаря, но идти сможем. Но сперва вот, возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас нет. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи, прощай. Так, и у нас теперь получается... А, ладно, давай снаряжение посмотрим. Ну, это 6-й уровень. Неплохо. Обух я не буду брать. О, копье. Тоже неплохое. Еще скрыт ударом. Кайф прям. Прям с кайфом. А, уже стоит око за око. Вот. Чпунь. А там волки, да, походу? Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Да не пизди, не было там охраны. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти! Вспомни, как было весело!
Циклоп найдет и убьет нас, Маркос. Только и всего. Не вижу ничего веселого. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Ох, я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крест. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда, мне нечего терять. Брось, тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все, и мы богаты! Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри. Надо бы хмырь. Чистой воды хмырь. Что такое? Заброшенный дом и люди. Давай. А чё такой лук слабенький? Я думал, он в голову будет убивать сразу. Ну ладно. А, может быть, охотник 8? Ну это не намного. Ладно. Буду осторожен. В лице, блядь, стрела торчит, давай. Иди ищи. А чё так можно, да, было? А где башка у него? Блядь. Промазал. О, хорошо, попал. Разберусь с лучником. Давай, 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 давай. Иди сюда.
Хорошо. Откуда оттуда? О, жуть, блядь. Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? Подойдешь ближе, крови будет больше. Может. Но тогда ты не узнаешь, что я хочу предложить. Умеешь убивать, молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище, я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда поиски. Следуй за мной, Алексиус. И откуда, да, он его имя знает? Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты. Спросил, не ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Ладно, я берусь. А почему отказаться нельзя было? А, по сюжетной линии, да? И недешево. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь Саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, Мистий. Удачи. Так, а я хату всю нет, ну вот. А. Одиссея на маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Хм.
О, блядь, прокуйся нахуй. Нормально. Тот самый саван. Элпинор не обманул. Ебать, их тут сколько. О, что тут? Надо будет глянуть. Блять, надо было лодку брать. Сейчас мы тогда сплывем. Так, здесь, да? Ну да, почти половину проплыла. Так, начнем тогда оттуда. Там вроде было меньше. Что дворец Одиссея находится здесь. Так, Астракорн, древнюю табличку и еще одно сокровище. Так, Астракорн вижу. А, нет, это древняя табличка. Астракорн... О, не вижу. О. Во. Здесь он как липучка, блядь, прыгал, все это лип. Так, ну чё? Отлично, отлично. Ха-ха.
Изощрённенько. А что тут мигало еще? А вот. Эй, выпусти меня! Кто? Спасибо. Пойдем отсюда. Драться можешь? Разумеется. Спасибо. И как я могла попасться этим, Малакас? На Итаке слишком опасно, чтобы ходить в одиночку. На Итакас попасться, Малакас. Могла бы просто спасибо сказать. Да, ты прав. С шайкой разбойников я не справлюсь. Проводишь меня до дворца Одиссея? Я заплачу. Я провожу тебя до дворца. Что ж, мне повезло. Как тебя зовут? Алексиос. Я Одесса. Меня назвали в честь Одиссея. Отправимся ко дворцу, пока можем. Бля, прикольная статуя. Ну, вот такого, говорю, в Вальхалле нет. Ну, не знаю. Может быть, это там в глубине игры есть, но это тоже там 3-4 серия, но тут уже красоты пипец сколько. И это все? Руины? А чего ты ожидала? Не знаю. Величие. Меня назвали Одессой. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Увы. Так, кстати, по поводу способности, что у нас тут? Пойдем к кораблю, я заплачу там. Бля, ну ты чё, не идёшь, что ли? О. Тебе. Я разочарована. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь, правил. Он положил конец Троянской войне, ушел от Сциллы и Харибды. У него было все. Преданность, любовь, боевой дух. Он привлек к себе внимание богов и поплатился за это. Зато он стал легендой. Опа, полно. Ну-ка. Ты милая. Так уверена, что придешь к цели. Не люблю, когда меня так называют. Ладно, ты мерзкая. Ладно, ты мерзкая. Я не так выразилась. Не пойму, ты шутишь или нет. Ну, что думаешь? Думаю, что мне стало гораздо легче. У меня так много желаний. Стать великой, как Одиссей.
Не знаю, с чего и начать. Если ты хочешь стать великой, как Одиссей, действуй. Хитроумие принесло ему славу. А что можешь ты? Я проделала долгий путь. К руинам жизни Одиссея. Лучше живи своей. Не следовало просить совета у наемника. Уйди. Пошла в очко, блядь. Так, а мне же правильно, обратно надо возвращаться. Че по поводу снаряжения? А, я 6-й взял. О, хорошо, тогда его будем использовать. Задание. Да, точно. Так, а куда тут, блядь, причаливать-то? Ебать. Ну, тоже норм. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами все тот же. Ну да, мы остров весь, Кефалинию все открыли. Алексиас, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мистей. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мистей. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? А, ну и, короче, варианта нет отказаться. Я берусь. Я понял. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий? Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Я тебя не подведу. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Нужна лодка.
Найду корабельщика. Так, вот и корабельщик рядом. Кораблище. Добрый корабль, Телеменис. Алексиус! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. За сколько ты готов расстаться с ним? О, за 100 000, пожалуй, не меньше. 100 000? Да у кого они есть? У того, кто и правда готов купить. Думаешь, такие корабли раздают просто так? А может, обменяешь его на обсидиан? Я уже сказал, 100 000 драхм. К тому же, на таком корабле и команда должна быть с армию размером. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменис. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп. Малака, вот уж помог. Он слишком долго держал всю Кефалинию за горло. Думаю, если кто и сможет избавить нас от него, то только ты. Телеменис, а при чем здесь корабль, что мне нужен? Так говорят, корабль циклопа сейчас в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Так, походу будем... Значит, этого... можно взять корабль и расправиться с циклопом. Да-да-да. Два зайца одним камнем. Вот это я имел в виду. Сейчас. Секундочку. Ну все, погнали. Так, а куда это мне надо? Хорошо, что есть телепортики. Нам поболтать. Мы были уже на этой локации. Освобождали там какого-то типурика. Ну, теперь мы хоть... Ой, блядь, не в ту сторону. Ты же раненый, стой. Вот сука. Спасибо. Надеюсь, меня еще не заметили. Так. А вон еще, во. Во. Подымай, блядь, быстрее.
Сюда же трупы складываем, как в прошлый раз. Так, если тот тип спит, то его можно втихаря заубить. А что происходит-то? Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его. Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, и я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми. Да вот этого, блядь, первым делом. Ух ты, сука. Хорош. А мне это нравится, вот эти кинжалы, что я поставил. Опа. Да блядь. Опа. Мощно, мощно, мне понравилось. Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Видит Зевс, кефалонийские разбойники не шутят. Рад, что ты со мной. Они тебя боятся. Красота какая. Я тоже скоро буду на море. И будет джага-джага. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитан Адрести. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Я Алексиус, наемник. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолился богам. А когда вытащили,
Там был ты! Тебя слышала вся Кефалиния. Я просто оказался ближе всех. Ха-ха-ха-ха! Просто шел мимо. Опасен, как Ахилл, и с орлом Зевса над головой. Так у тебя есть корабль? Конечно! Упаси меня боги застрять тут навсегда! И где он? Благодаря тебе, все еще в гавани сами. Возможно, сама судьба свела нас вместе. Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха! Ты спас мне жизнь! Я оскорблю богов, если не предложу свою помощь! Ты согласен? Я и мой корабль к твоим услугам! Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе Адрестию. Так, а как нам туда попасть? Ну, как минимум, вот так. Как минимум. Минимум. Алых роз. Так. Чхуй. Полетели. Трусы на теле. Нормально. Ну что ж. Опа. Варнавчик, здорово. Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Алексиос. Я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Ты же родилась на Кефалине, это твой дом. Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой. Тебе нельзя плыть со мной. Хватит упрямиться. Но ты не справишься один. Справлюсь. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну... пусть будет с тобой, напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будь умницей. Не волнуйся, буду. Ладно, до встречи. Алексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может, ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? О, ладно, иди сюда. Да, чудесно. О, как же я буду скучать, Алексиос. Да, Маркос, я тоже. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино, хотя оно, конечно, может выдохнуться. Но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место?
Готов отплывать. Да, готовь корабль. Поплыли. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду. Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Да пахан его, Николаус. Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Жуть, не надо! Нет! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни он на меня, не такой, Николаус. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Жуть какая! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей! Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что Волк из Спарты – мой отец. Ну, такой красоты нету в Вальхалле. Ну, по крайней мере, сколько я поиграл, немного. Не, однозначно. Одиссея для меня, лично для меня лучше. Не буду судить за всех, но для меня лично Одиссея лучше. Чудесный морской бриз! На палубе всегда так качает? Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса!
раз таки мы сейчас на этом моменте сохраняемся. И продолжим с большим удовольствием в следующий раз. А вы пока что поставьте лайк, напишите комментарии. Буду вам очень сильно благодарен, это мне очень помогает. Ну и до новых встреч, с вами был Блэк Рэббит, всем пока-пока.